дня рождения партии «Единая Россия». Ура! Ура! 15 жителей Звенигорода получили благодарственные письма за волонтерскую деятельность в период пандемии коронавируса. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков уверен, эти люди – пример для молодого поколения. В ходе рабочей поездки в Звенигород парламентарий лично встретился с добровольцами. Труд ваши поступки заслуживают самой высокой оценки. Это то неравнодушие, отвага, с которой вы оказываете помощь, выполняете свой, можно сказать, гражданский долг перед жителями города. Встречу приурочили к 19-летию «Единой России». Партийцы поблагодарили волонтеров за помощь и подарили небольшие сувениры. Давайте вот так. Завершить праздник единороссы решили чаепитием со старейшими членами партии. Все профилактические меры соблюдены. Мы поблагодарили их за труд. Значит, там были члены партии чуть не с первых дней, которые стояли. Конечно, там было приятно видеть настоящие лидеры труда, значит, которые в Звенигороде много сделали, активно работали. Сейчас они заслуженные люди, но очень активные. Они и в условиях пандемии помогают, поддерживают. Побеседовали в теплом кругу. Вспомнили годы совместной работы. Обсудили актуальные вопросы. В конце встречи членам Совета ветеранов «Единой России» вручили памятные подарки. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».